Друзья, не забудьте подписаться на канал и приятного прослушивания. Кормление и любовь. При кормлении ребенка мать дает ему не только молоко, как считалось ранее. Сегодня биологи столкнулись с новым фактом. Они утверждают, что она кормит энергией. Молоко – лишь физическая часть. Они произвели немало экспериментов. Ребенка растят, кормят согласно последним открытиям медицинской науки. У ребенка есть все, но его не любят, не обнимают. Мать не дотрагивается до него. Молоко дают из соски, прививки делают, витамины дают. Все прекрасно. Однако развитие ребенка заторможено. Он начинает болеть, как будто жизнь отворачивается от него. Что происходит? Ведь все, что ему давала бы мать, у него есть. В Германии во время войны многих маленьких сирот направляли в больницы. Пару недель спустя они были при смерти. Половина умерла, несмотря на научные подходы. О детях заботились, им давали все необходимое. Так почему же они умирали? Кто-то из психоаналитиков заметил, что им не хватает ласки, объятий, ощущения своей значимости. Одной еды недостаточно. Нужна какая-то внутренняя, невидимая пища. Психоаналитик попросил всех входящих в комнату, будь то врач, няня или медсестра, уделять хотя бы 5 минут на то, чтобы обнимать детей и играть с ними. Вскоре они перестали погибать. Начинали расти. Потом было проведено еще много экспериментов. Когда мать обнимает дитя, происходит переход энергии. Эта энергия невидима. Мы называем ее любовью, теплотой. Что-то перескакивает от матери к ребенку. И не только от матери к ребенку, от ребенка к матери тоже. Поэтому в материнстве женщина становится самой прекрасной. До этого чего-то не хватало, что-то было незавершенным, круг был разорванным. К ней приходит благодать из какого-то неизвестного источника. Поэтому не только она кормит малыша, но и он кормит ее. Они счастливы друг в друге. Не бывает более близкой связи. Даже любовники не так близки, потому что ребенок исходит от матери, от ее крови, костей и мяса. Ребенок просто продолжение ее самой. Больше так никогда не произойдет, потому что никто не сможет стать таким близким. Любимый может быть у вас около сердца, а ребенок жил в сердце. 9 месяцев он был частью матери, составлял с ней одно органическое целое. Ее жизнь была его жизнью, ее смерть стала бы его смертью. Все остается таким и впоследствии. Происходит обмен, передача энергии. С самого начала у ребенка появляются ассоциации, связанные с пищей и любовью. Они становятся как бы 2 сторонами одной монеты. Источник пищи и источник любви один и тот же. Не только мать, но особенно ее грудь. Оттуда он получает и еду, и теплоту, и любовь. Обратите внимание на разницу. Если мать любит ребенка, то ее грудь по-другому ощущается, имеет другие вибрации. Матери нравится кормить ребенка грудью, это способствует развитию ее сексуальности. Если она действительно любит ребенка, то она находится почти в оргазмической радости. Ее груди очень чувствительны. Эрогенные зоны тела. Она начинает светиться, и ребенок это чувствует. Ребенок чувствует радость матери. Она не только кормит его, она радуется этому. Но когда мать дает грудь по необходимости, то она холодная, в ней нет тепла. Мать спешит, ей не хочется кормить. Она хочет поскорее отнять грудь, и ребенок это чувствует. Для него становится очевидным, что мать его не любит. Она холодна, ей не достает тепла. Она не настоящая мать. Ребенок чувствует, что он нежеланный. Он знает это.
Ребенок чувствует любовь только тогда, когда матери нравится кормить его грудью, когда это становится почти любовной связью, почти оргазмической связью. Только в этом случае ребенок чувствует, что его любят, что он нужен маме. А если он нужен матери, то он нужен и существованию, так как для него мать – это все сущее. Он познает его через мать. Как он воспринимает мать, так он воспринимает и мир. Нелюбимый ребенок чувствует себя чужим в жизни. Ему кажется, что он незнакомец, аутсайдер. Он не верит в жизнь. Если он не верил в свою собственную мать, то как он может верить кому-то еще? Доверие становится невозможным. Он полон сомнений, он полон подозрений, он постоянно находится в состоянии ожидания, страха, замешательства. Он повсюду видит врагов и конкурентов. Ему кажется, что в любой момент его могут уничтожить. Для него мир не стал еще родным домом. Если мать счастлива, с радостью кормит ребенка, то он никогда не переедает. Ведь он доверяет ей, знает, что мама всегда рядом. Он всегда успеет утолить голод. Он никогда не переедает. Любимый ребенок всегда здоров. Он не худой и не толстый. У него средний вес. Посмотрите на малыша. Когда бы он не почувствовал напряжение, он всегда берет палец в рот и начинает его сосать. Почему он чувствует себя хорошо с пальцем во рту? Почему он чувствует себя хорошо и может заснуть? Это относится почти ко всем детям. Когда они не могут заснуть, они начинают сосать палец. Успокаиваются и засыпают. Почему? Потому что палец заменяет грудь, а еда расслабляет. Трудно заснуть натощак, не заснешь с пустым желудком. Когда желудок полон, вам хочется заснуть, а телу отдохнуть. Палец просто заменяет грудь, он не дает молока, это фикция, и все же он дает это ощущение. Вы считаете некрасивым, когда подросший ребенок берет палец в рот в общественном месте? И он берет сигарету. Сигареты не осуждают, это обычное дело. Это всего лишь замена пальца, но более вредная, чем палец. Лучше бы вы курили палец. Курите его до гроба, это не опасно, так лучше. В тех странах, где быстро прекращают кормить грудью, автоматически увеличивается число курильщиков. Поэтому на Западе курят больше, чем на Востоке. Там кормление грудью не принято, чтобы сохранить привлекательность груди. Поэтому на Западе количество курильщиков возрастает. Там даже дети курят. Дети курят, а мать не догадывается, что причина в отсутствии грудного кормления. В примитивных обществах трехлетнего и даже пятилетнего ребенка продолжают кормить грудью. Потребность удовлетворяется, и в курении не будет необходимости. Поэтому в примитивных обществах мужчины не проявляют особого интереса к женской груди. Никто их не собирается атаковать. Никто из них не смотрит на грудь. Если бы вас 9 лет беспрерывно кормили грудью, то вам бы это надоело, и вы бы сказали: «Достаточно!» Однако детей слишком рано отнимают от груди, а это ранит. Все цивилизованные страны помешаны на грудях. Детям нужно давать грудь, иначе они станут одержимыми ею и будут всю жизнь искать ее. Ученые решили понаблюдать за детьми, оставленными рядом с едой. Вы, наверное, подумаете, что они начнут переедать. Вы ошибаетесь, они не переедают. Их перекармливают родители. Съешь еще, кушай, чтобы быть крепким, посмотри на себя. Ну, еще немного. Мать стоит над вами и очень просит, чтобы вы еще поели. Ребенок плачет, но кое-как справляется с едой. Вы часто видите плачущих детей. Их организм отказывается переедать. Ему хочется гулять, прыгать, забраться на дерево. А вы продолжаете пичкать его едой. Врач рекомендует кормить его молоком каждые 3 часа. А ребенок отворачивается от еды.
Однако мать четко следит за графиком кормления. Но почасовое кормление не работает в жизни. Голодный ребенок криком сам даст вам сигнал о необходимости кормления. Нет смысла поглядывать на часы. У ребенка есть внутренние часы, но вы упорно ломаете эти часы. Каждый ребенок по-разному чувствует голод. Один захочет есть через 4 часа, другой через 3, а кто-то и через 2. Правило почасового кормления, правило усредненного ребенка превратилось в большую проблему. Берегитесь усредненных правил. У организма есть свой внутренний будильник. Прислушайтесь к организму, следуйте за ним. Никогда не пытайтесь доминировать над ним. Тело – это ваша основа. Если вы слушаете свой организм, то 99% ваших бед просто исчезнут. Но вы не слушаете. С самого рождения нас отрывали от тела. С самого начала нас разлучали с телом. Ребенок плачет, он хочет есть, но мать смотрит на часы. Она не смотрит на ребенка. Если вы немедленно не дадите ему поесть, то вы таким образом отлучаете его от тела. Вместо того, чтобы дать ему еды, вы даете ему соску. Вы занимаетесь обманом. Давая ему что-то не настоящее, пластмассовое, вы тем самым разрушаете чувствительность его организма. Мудрость тела подавляется умом. Ребенок обманут пустышкой. Он засыпает. Прошло 3 часа, и вам нужно дать ему молока. Ребенок спит, его организм отдыхает, а вы будете его. Опять вы нарушаете его ритм. Таким образом, вы постепенно разрушаете все его естество. Наступает момент, когда он уже не осознает потребности тела. Он не знает, чего хочет тело. Он не знает, чего оно хочет. Еды или секса. Все управляется чем-то снаружи. Позвольте ребенку плакать. С самого начала ребенок хочет плакать, смеяться. Плач – это его глубокая потребность. Плача, он ежедневно погружается в катарсис. У ребенка много неудовлетворенности. Так и должно быть. Это следствие того, что у него много потребностей. Ему хочется чего-то, а сказать он об этом не может. Не может выразить свое желание. Ему хочется чего-то, но родители не в состоянии выполнить его просьбу. Матери может не быть рядом. Она может быть занята другими делами, и с ним некому посидеть. Когда на него не обращают внимания, он начинает плакать. Мать хочет убедить его в чем-то, успокоить его. Она встревожена, отец тоже встревожен, вся семья встревожена. Все хотят, чтобы он не плакал, потому что плач – это тревога. Каждый старается отвлечь его чем-то. Мы подкупаем его. Мать дает ему игрушку, мать дает ему молоко, что угодно, чтобы отвлечь его внимание или утешить его, лишь бы он не плакал. Однако плач – это большая потребность. Если он плачет, то ему разрешают это делать. Он снова обновляется. Его огорчение проходит благодаря плачу. Иначе с прекращением плача он не сможет избавиться от фрустрации. Начинается процесс его накопление, а вы и есть накопленный плач. Ныне психологи говорят о том, что вам нужен первородный плач. Сейчас на Западе разрабатывается новая терапия, позволяющая вам реветь так, что в этом участвует каждая ваша клетка. Если вы сможете так исступленно реветь, чтобы весь ваш организм кричал, то вы избавитесь от многих болезней и накопившихся страданий. Как научить ребенка ходить на горшок? Обучение ребенка ходить на горшок сопровождается насилием. Детей заставляют идти на горшок в определенное время. И вот дети уже не могут контролировать работу кишечника. Для этого им потребуется время, потребуются годы. Что же они делают? Они применяют усилия. Они просто насилуют свою систему эвакуации. Из-за этого они становятся зависимыми от прямой кишки. Вот почему весь мир страдает от запоров. От запоров страдает только человек,
Животные не страдают от запоров. В дикой природе ни одно животное не страдает от запоров. У запоров скорее психологическая причина. Поражается Муладхара. Запоры приводят к тому, что человек начинает и в своем уме заниматься накопительством. Человек превращается в склад. Он копит знания, деньги, достоинства. Он становится накопителем и страдает от этого. Он не в состоянии отказаться от этого. Он хранит все, что ему удалось раздобыть. Из-за повышенного внимания к анусу сильно страдает Муладхара. Потому что мужчине или женщине когда-то придется обратить внимание на гениталии. Если они же так зависят от орального или анального, то они никогда не дойдут до генитального. Когда анальные вопросы становятся важными, то генитальные вопросы становятся менее важными. Вот почему процветает гомосексуальность. Гомосексуальность не исчезнет в мире до тех пор, пока не исчезнет зависимость от ануса. Вот почему подобное обучение, справлять нужду, это важное и опасное дело. Когда ребенок болен. С самого начала, с самого детства, почти всегда совершается ошибка. Заболевшему ребенку уделяется большое внимание. У ребенка появляется неправильное впечатление. Тогда его больше любит мама, папа больше ухаживает за ним, вся семья возится с ним. Он становится самой важной персоной. Когда он здоров, то никто особенно им не интересуется, как будто его вообще нет. Заболев, он превращается в диктатора, он диктует свои условия. Ребенок осознает, что во время болезни можно привлечь к себе внимание, и все будут внимательны к нему. И если он не проявляет внимание, если они не проявляют внимание, то можно заставить их почувствовать вину. Никто ничего ребенку не скажет, ибо нельзя ему сказать, что он виноват в своей болезни. Когда ребенок проказничает, вы говорите ему: «Ты виноват». Но если он заболел, вам нечего сказать, потому что он не управляет здоровьем. Что он может сделать? Но вы не знаете факты, а они говорят, что 90% болезней появляются сами. Ребенок их притягивает, чтобы за него на него обратили внимание, полюбили его, признали его значимость. Ребенок очень легко учится этому трюку, поскольку беспомощность – его основная проблема. Его основная проблема – чувствовать свою слабость, когда кругом все очень сильные. Болезнь делает его сильным, а всех остальных слабыми. Он быстро начинает понимать это. Ребенок начинает четко осознавать некоторые вещи – он узнает, что даже папа боится, мама боится, все боятся за меня, когда я болен. Болезнь становится чем-то значимым, стоящим. Когда он чувствует себя одиноким в жизни, когда он ощущает свою беспомощность, он начинает болеть, он придумывает болезнь. Это проблема, большая проблема. А что делать? Когда ребенок болеет, все должны помогать ему. Сегодня психологи советуют заботиться о заболевшем ребенке, но не уделять ему внимания больше, чем обычно. Надо заботиться о нем с помощью медицины, а не психологии. Не давайте человеку понять, что болеть выгодно, ибо он будет болеть всегда, когда почувствует себя несчастным. Тогда жена ему ничего не скажет, никто не сможет обвинить его в том, что он болен. Все будут жалеть его. Любить его.